а я даже не знал, что это возможно вообще! Вы мне раньше-то не подсказали-то, а? Порубите меня. Сегодня какая-то безумная игра на FFG TV, потому что я сегодня буду в роли, не знаю, добывателя голов нубов. Да, мы будем добывать с вами головы нубам. Ну, точнее, мы, наверное, будем им как-то отрезать головы. Так, сейчас нужно нам сначала определиться, где мы с тобой будем что это все делать. Наверное, где моя локация, не могу понять. Постой, мне нужно ее выбрать. Че, все занято? Да, это свободно, да? О, все, покупаем, это все мое. Смотри, какая тема. А тут такая вот штуковина, короче, у меня стоит, она... Зачем? Кто это придумал? Фиг понять. Она рубит головы нубам. Она просто им отрубает нафиг голову. Эти головы катятся и вот сюда. И я должен их собирать. Вот, я смотрю, одна, вторая, третья, четвертая. Я собрал 4 головы. За каждой головой я могу прокачку делать и добавлять себе разные прикольные штуки. Не знаю, ребята, даже не спрашивайте у меня, кто это придумал и почему я в это играю, но это просто безумно интересно, и я решил это попробовать. Ладно, давай продолжим. Тут какой-то есть апгрейдик. Что за апгрейд? У меня 7 голов. Ну, что-то мне не хватает. Так, вот это что такое? А я могу здесь голову собирать? Блин, я туда не могу прыгнуть никак. Ладно, что еще есть тут за прокачки всякие? Давай посмотрим с тобой. Так, подожди, я продал головы. Я вот этой штуке продал головы, и мне заплатили 8 баксов. Я вижу, что у меня сверху 8 баксов. То есть смотри, я, получается, беру головы. Вот так собираю их. 10 голов. Иду сюда. Во, да, и вон капает монета, смотри, я, короче, продаю какой-то машине головы, и мне за это дают монеты, ну что ж, отлично. Так, какую-то прокачку, пертик, что такое? Не знаю, я что-то прокачал. Так, тут уже много довольно-таки голов, а что если я, знаю, что сделаю, вот сюда пойду. Так, смотри, я буду прям стоять здесь. О, собрал. Рубите голову! Рубите меня. Нифига, она работает! Прикинь, я думал, она не сработает. А она реально прям сработала. Так, отличненько. У меня всего лишь 6 баксов, ребятки. Это дико мало. Нам нужно срочно с вами еще увеличить. Так, пора бы, наверное, приступать к донатам. Что тут есть? Автоколлектор, понятно. 2 фаштер. Что? Двойная какая-то. Ну-ка, давай посмотрим. Я, наверное, еще одну штуку куплю. Вот эту. Как она называется? Кто знает, напишите в комментариях, которая рубит голову. Или что? Или будет сразу катиться 2 головы? А, смотри, как она стала быстро работать. Нифига себе. Вот тут сколько голов уже валяется. Так, давай, собирай-ка быстрее все. Нифига себе, довольно-таки быстро голову катится. Так, пойдем, продаем их сюда. Отлично. Все, продали. Так, что это такое? О, я купил еще одну. Смотри, 2 теперь у меня. 2 вот такие вот ловушки, которые рубят головы. И, наверное, я могу еще одну. 3, ребята, 3. Вот теперь смотри, тут месиво из голов нубов просто. Смотри, сколько здесь их. Обалдешеньки. Я, наверное, тут буду не успевать собирать. Они просто катятся, как футбольные мячи здесь. Пом-пом-пом. Насобирали 35, пойдем продаем. Так, отлично, смотри, сколько голов катятся. Собираем, ребятули, все это. Зашибисеньки. Это что? Апгрейд. Что там мне не хватает? Что мне не хватает? Я не могу понять. Так, прокачиваем. Еще одну покупаю, да? 4. 4 теперь у меня вот такие вот станции, которые рубят головы. Обалдеть. Так, это что такое? Это не мое. Это что-то чужое. А есть какие-то тут, может быть, питомцы или что тут еще есть интересное? Тут сильно много голов пока, но я что-то не хочу брать. 19 роблоксов я могу купить еще себе станцию. Обалдеть. Смотри, сколько их тут. Месиво какое у меня идет. 1, 2, 3, 4, 5. Я вижу, что как бы у меня этот контейнер не прибавляется, но голов тут уже довольно-таки много собралось. Давай посмотрим, сколько мы сможем собрать. У меня сейчас 0 написано внизу. Итак, я захожу и прыгаю в это корыто и прям начинаю собирать. Смотрим, сколько я соберу. Обалдеть! За все это время, сколько я ждал примерно минут 15-20, собралось всего-то, ну, порядка где-то 300 голов. Вот сейчас небольшим, да, вот примерно уже. Ну, может быть, это довольно-таки неплохо. Так, окей, я иду их продавать. Все продаем. Отлично. И мы можем, что, мы можем, наверное, здесь дальше пройти прокачку. Что я увидел? Пертик. Что это такое, ребята? Тикают, тикают бабосики, как-то они так медленно тикают. Собираем головушки. А опять идем сдавать. И сейчас будем что-то покупать. Давай, наверное, еще купим один Гайлотайн 100 Гуилотин.
Я не знаю, как эта хреновина называется, правда, что это такое? Я не могу понять. Так, 120 следующая стоит. Наверное, еще надо одну взять. А, что, вот так, еще одну возьму. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук! Собираем. Ух ты, нифига себе, сколько здесь голов собралось. Так, теперь это, по-моему, довольно-таки много. Ну, нет, примерно так же я насобирал, где-то 300 штук. Отлично, ладно, ребят, продаю все это. Давайте, наверное, еще дальше сделаем какую-нибудь супер прокачечку. Во-первых, я, наверное, куплю сразу 5 штук дополнительных отрезателей голов нубов. Прикиньте, дополнительные 5 штук. Вот, смотрите, тут просто месиво какое-то из голов сейчас у меня будет. Так, отлично. Что я еще могу сделать? Вот эта машинка. Она у меня золотишко мне приносит. А если мы возьмем... Вот это прокачаем. Сейчас посмотрим, что это будет. Ну-ка, смотрим. Так, 2x faster cheaper. Что происходит? Что я только что приобрел? Что я только что... О, обалдеть, какое же тут количество голов, ребята. Вы просто посмотрите. Они просто тут, я не знаю, я не успеваю их собирать. Их реально очень много. Так, что я еще не взял? Что я еще не купил? О, а, вот, я их апгрейдил, смотри. Теперь они у меня серебряные головы. Вот как надо делать, оказывается, смотри. До этого были простые головы нуба, а теперь какие-то силвер. Они дают мне намного больше деньжат. Вот это да, вот это прокачечка. Ах, вот, оказывается, как надо тут прокачиваться. Что же вы мне раньше-то не подсказали-то, а? Так, хорошо, а давай я сразу куплю 50 штук за 349 раблаксов. Смотри сейчас, что будет, братан. Офигеть. А что у них желтые? Чё, нифига себе. 3 этажа, я даже не знал, что это возможно вообще. Обалдеть. Ха-ха. Ребята, блин, тут целый тазик. Нифигушеньки себешеньки, я тут зарядил. Я могу просто вот так бегать и собирать. Это мощно. Это просто мощно. Круто. Так, ладно, а пойдем продадим это все. Конечно же, надо все продать. И надо все, наверное, прокачать. Я в шоке просто. Я не знал, что так можно. Ну, зачем они мне? Я не знаю. Давай тогда, наверное, вот так. Что это дает? А я могу еще апгрейдик сделать? Какие потом будут головы, интересно, если я еще апгрейдик добавлю? Ну-ка, давай попробуем. Ребята, я апгрейдил. Золотые! Золотые головы теперь. Смотри, вот они катятся. Вот здесь, правда, двоим всего лишь. Золотые головы нуба. Это вам не хухры-мухры. А сколько за них дают? Блин, ну я все потерял. Когда происходит апгрейд, ты сразу все теряешь. Нажитое непосильным трудом, как говорится. Одна голова дает 41. Это довольно-таки неплохо, кстати. Прикинь, если бы это все было из золотых голов. Вот это все, что я построил до этого. Ну ладно, сейчас мы это все вернем. Ничего страшного. Собираем. Конечно, все собираем. Я, наверное, больше апгрейдил. Не могу, да? Могу? А, нет, не могу. Надо теперь поднакопить побольше деньжат. Да, интересно, интересненько. А что там на лестнице такое мигает? Прямо что-то мне интересно. Если я сюда залезу, почему я это раньше не сделал? Что-то там такое привлекательное. Ну-ка, пойдем проверим. Это что такое? Опа, так, я что-то собрал. А, я еще дополнительную взял, да? Или что? Что я сделал? Что я собрал? Блин, иногда многие вещи мне здесь непонятны в этой игре. Хоть напишите в комментариях, если вдруг я балда и что-то не понимаю. Так, сдаем головы. Пойдем, наверное, купим. Ну, покупаю я простых голов. Почему только две головы прокачиваются? Не совсем непонятно, конечно. Блин, ну вот эта тема, если ее приобрести, это просто пушка. Вот эта вот штуковина, 50 сразу штук. Там сразу на 3 этажа. Мощно, конечно. Так, это все берем. Это все берем. По-моему, здесь на этой карте еще ни у кого нету локации с золотыми. А, нет, вот у одного чувака нет. Нет, у него есть, да, золотая. У меня 2 золотые, а у кого-то только по одной. Да, неплохо я себя апгрейдил, так сказать. Отлично. Собираем побольше еще, ребятки, эти берем. А еще я могу себе апгрейдить. Я еще сделал апгрейд. А, серебряная теперь, следующая. Понятно. То есть я могу себя дальше апгрейдить. И постепенно так мы будем увеличивать все позолоченные. Но это происходит не сразу, а очень постепенно. Ну да, теперь у меня серебряные, золотые и обыкновенные головы. В целом понятно, в чем фишка данной игры. Дальше себя так прокачиваешь и апгрейдишь. В целом неплохой симулятор, неплохой тайкон. Мне кажется, он достоин лайка. Обязательно поставь лайк, подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Ну а у меня на этом все. Увидимся с тобой в следующем видео. Всем удачи, всем пока, до встречи!